Погодка, конечно, сейчас у нас совсем не новогодняя, поэтому мы себе поднимаем настроение елками. Привет! Привет! Вы на канале Тим Вит и Чимаша. Сегодня у нас челлендж. Мы будем считать новогодние елки. Надя и Дениской! С Надей и Дениской, да. Тима, ты нашел первую елку уже? Большая. Показывай. Вот самая первая елка. От нее начнется отсчет всех новогодних елок. Она великанище, да. Дети, вы еще елку заметили? Где? Показывайте. Вот еще одна елочка. Это кто? Да, 1-1. Первую елку заметила Маша, вторую Тимофей. Посмотрите, как классно сделали. Здесь написано 2018, а там классная елочка. Новогоднее настроение. Если б снежка еще нам. Вот еще одна шикарная елочка. Да, конечно, снимать надо ночью, когда оно все горит и сияет, да, Тимофей? Эти елки считаются? Нет, эти елки не считаются, они ведь не новогодние, их еще никто не украсил. Поэтому сейчас мы идем пить какао и посмотрим, может, там елки есть. Зашли мы в львовскую кавьярню. Маш, ты нашла здесь новогоднюю елку? А, точно, вот новогодние елки. Сейчас мы их купим и съедим. Я черная елочка. Хорошо. Что ты там нашел? Сердечки. Ого, какие сердечки. Такие огромные-огромные. Это можно объеться. Конечно. Зато сколько любви потом будет, да, Тим? Зато я ты еще нашел елки? Да. О, какие они шикарные. Посмотрите, они из фатина. Ну, мы уже с вами столько елок свидели. И, кстати, 2-2 челлендж. А, Маша, не отходя от кассы, сразу еще одну нашла. У Маши 3-2. Погодка, конечно, сейчас у нас совсем не новогодняя, поэтому мы себе поднимаем настроение елками. Посмотрите, здесь, я не знаю, видно или не видно, на деревьях у нас развешали красные шары, чтобы, ну, настроение поднималось, чтобы деревья не казались такими унылыми. 3-4. Тим, что, вы еще заметили елку? Вот еще елка. Это я заметил. Ну, хорошо, тогда 5-4. Хорошо, и Маша, и Тима заметили. Но то далеко уже та елка, туда мы не идем. Смотри, о, у тебя еще одна елка, Тимофей. Итак, у нас уже у Тимы 6, да? Ма, твоя елка. Вот. Так, у Маши 5, у Тимы 6. Пошли. Вот еще нарисованная елочка. Пошли. Макдональдс нам вместо елки что дали? Шарики. Шарики. Будем украшать елку воздушными шарами, да? Пошлите. Я елку нашла тоже. Да, и у нас счет уже 6-6. Вот такая суперская елка у нас в магазине в сотке. Пошли на кассу? Да. Еще торты. А, Тима тортики нашел новогодние. Ладно, 7-6, пошли. 7-6? Да. Маш, тебе нравится? Да. Класс, да? Это целая сказка 12 месяцев. Посмотри, вот 12 месяцев. Вон замок с вредной принцессой. Вот Машенька, которая собирала, или как ее там, пачерица, которая собирала подснежники, да? А это целая деревня вот. А. Красота, правда? Да. Посмотри, где елка? Где? Вон елка, Тима, где елка? Вот она. Вот она, вверх тормашками висит. Я могу, конечно, ошибаться, но, Маш, какой у нас счет? 7-7. 7-7? 7-8. 7-8 уже, потому что Тима увидел вот ту наверху елку здоровую, которая вверх тормашками. А я внизу вот. Да, вон она. А там еще сани, там можно сфотографироваться. Тимош, ты еще одну елочку нашел, да? Это какой у нас уже счет? 9-7? Да, Тиме везет.
еще одну елку нашла. Маша, это уже у тебя 8-я елка, да? А у Тимы 9 елок. Тима, у тебя 9 елок, потому что ты еще одну разрисовывал, да? Да. Смотрите, а здесь почта. Смотри, а еще одна елка. Только смотри, чем она украшена. Носками. Это классное решение. Нету игрушек, украсть елку носками. Класс. Главное, чтобы и носки были. Ну да, можно накупить. Да, это еще одна елка, и это наш последний уже визит. Сейчас мы идем в скай-парк, да, и потом будем считать, сколько же мы елок там нашли. Ну, по-моему, уже 9-9, да? Да. Пошли. Подписывайтесь на канал Team Vintage и Маша. Пока-пока!